На территории, огороженной забором, нетронутой осталась только Аллея Славы. Вся остальная земля возле кинотеатра «Искра» подвержена комплексному благоустройству. Не оставили ни старый фонтан, ни изношенную детскую площадку. Теперь все здесь будет новое. Год для нас юбилейный, 90 лет району, соответственно, знаковая основная территория между Советским проездом, улицей Советской, кинотеатр «Искра», Аллея Славы. Вот, соответственно, задача стоит, возможно, короткие сроки, край у нас конец октября. На обновленной территории будут расположены различные зоны, где каждый, вне зависимости от возраста, сможет найти чем заняться. Так, возле пруда появится облагороженная набережная, зона для отдыха и площадка для воркаута. В концепции благоустройства есть место и для любителей выполнять трюки на скейтбордах и самокатах. Внимание на этой части проекта заострил Дмитрий Гашев, который указал на один недочет. Смотрю сейчас на визуализацию, в принципе, на ней не отражены элементы труб. Вот, как обязательный элемент любого как бы скейт-парка, потому что все роллеры, все их фишки и смысл катания – это выполнение этих трюков на трубах, ну, скольжение там всякое и так далее. Вот, мне сказали, что, скорее всего, это есть, но просто не отразили на визуализации. Активные жители отмечают пользу встречи. С ними не только обсудили план благоустройства, но и прислушались к их мнению по некоторым вопросам. Прокомментировали очень подробно. Прислушивались по поводу скейт-парка. То есть, ну, в принципе, рады, что наконец-то нас начали слышать и встречаться. За обсуждением плана благоустройства стоит дальнейшая планомерная работа. Встреча помогла определить некоторые незначительные проблемы, которые, как заверил Сергей Гаврилов, будут учтены и доработаны. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.